По замечаниям подрядчик всегда их все выполнял, которые возникали, да, там сперва были, например, с парковочными местами, да, где-то нужно было опустить бордюры. Они, в принципе, всегда сразу реагировали на это. Парковки в некоторых местах были, например, узкие, вот их расширяли. Где-то там, например, были то, что, например, сток воды мог, например, подтапливать. Тоже они где-то поднимали, где-то делали отбойники.